Скажете, мы сошли с ума? Да. На самом деле нет. Надо же сезон по-человечески закрыть. А не так, как попало. Настоящий сезон лыжный должен быть длинным. В основу успеха круглогодичная подготовка. Поэтому нам нужно максимально продлить сезон, дабы следующий год достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях. Классно сказано. Надо парадно-выходную форму одеть. О, почти горную. Фишер написано. 47? Ну они рассчитаны на то, что на два это. Там на три или на четыре размера больше. Вот видишь, эти 46-й. Ага. Будем ходить и двое носков, и чтобы они свободны. Не на 5 минут, на целый день сами то как раз получается. Наконец-то снег! Отлично! Сейчас поищу. Гена предупреждал, давно нас закрыли. А все. На исходе сезона все ломается. Да, все изнашивается. Лето.
хорошие. Ага. Сетро, пожалуйста. Не стесняй. Действительно завершен. Полноценный.